Всем привет, с вами Боник. Сегодня мы с вами поговорим о новых слухах и сливах о GTA 6. А перед началом этого ролика подпишись на канал или заболеешь коронавирусом. Помогите добить 150 подписчиков. Поехали! GTA 6 все-таки в разработке. Один из актеров озвучки случайно раскрыл в своем портфолио, что он принимал участие в озвучке персонажа новой части GTA. Из этого мы делаем вывод, что разработка ведется уже не первый год. Также он указал, что работал над интерфейсным шлюзом игры еще в 2018 году. Фанаты GTA сразу же засыпали его соцсети вопросами. Он же на это ответил, что не может разглашать информацию, поэтому и не стал подтверждать или опровергать эту информацию. На одном из плакатов Max Payne 3 были обнаружены даты выхода и места действия игр, которые указывают на даты выходов игр от Rockstar. На нем есть даты выходов и места действия GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, а также еще какая-то одна загадочная дата. На ней указано, что игра выйдет 29 октября, но не указано какого года. Скорее всего, это либо 2021, либо 2022, но маловероятно, что это 2020, так как игра даже не анонсирована. Также там указано, что место действия этой загадочной игры в Vice City. Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, это и есть GTA 6. Хотя это как-то странно, что у Rockstar все запланировано на несколько лет вперед, ведь Max Payne 3 вышел в 2020 году, а на постере уже были даты выходов Red Dead Redemption 2 и GTA 5. Это, конечно же, очень странно, ну либо просто это какие-то совпадения. Также есть интересный факт, что игры Rockstar всегда были анонсированы либо во вторник, либо в среду. Если все-таки игру анонсируют, то это будет либо 31 марта, то есть вторник, либо 1 апреля, то есть среда. Еще уже наш любимый инсайдер выложил пост на GTA Forums и прикрепил видео с указанием на главного героя GTA 3. Найдя альбом с этой песней, мы видим на обложке часы с датой 31 марта. Хотел ли нам инсайдер сказать, что анонс будет 31 марта? Это остается загадкой. Если сложить информацию, сказанную в этом видео, то выходит, что игра будет анонсирована уже завтра, то есть 31 марта. Также Take-Two хотели выступить на отмененной E3, а вот что они нам хотели показать, это тоже остается загадкой. Спасибо за просмотр данного видео, если оно тебе понравилось, то поставь лайк и помоги мне добить 150 подписчиков, ведь на этом канале будет еще много интересного контента по GTA. Всем пока!